вечер, друзья. Мы приветствуем вас на втором выпуске нашего вечернего шоу 1762. Ну что ж, поехали и начнем с новостей. В Балаково завелся добродушный банкомат, который за место купюры в 100 рублей выдает купюру в 500 рублей. Внимательный балаковец заработал на доброте 14 500 рублей. Браво. Что ты думаешь по этому поводу? Если бы у меня был такой банкомат, я бы купила себе дачный домик и, наверное, еще и озеро с утками. Лер, ну не всем так везет. Вот, например, нашим бывшим главам района сократили дополнительную пенсию до 4 500 рублей. А до этого они получали в 10 раз больше. Мое уважение! Виталь, насколько я знаю, они мириться с этим не намерены и подали иск в суд, чтобы восстановить свои права и вернуть себе большие пенсии. Друзья, эти люди заботились о нас. Не оставайтесь равнодушными. Любая сумма поможет. Но не все так печально, друзья. Европейский архитектор сравнил Саратов с Парижем. Ох, люблю я прогуляться по набережной Сены. Этот вот звук хрустящего багета. Увидеть Саратов и умереть. В нашем городе прошла совсем необычная акция. Фотосессии на помойках. Таким образом, организаторы хотели привлечь внимание населения к проблеме экологии. А почему меня не позвали? Ну и ладно. Зато сейчас я познакомлю вас с путешественником, который и не такие свалки видел. Возможно, в будущем это первый человек, посетивший все города Российской Федерации. Итак, встречаем в нашей студии Иван Ширяев! Ну что ж, Иван, как вам саратовские дороги? По поводу дорог мне один дальнобойщик сказал такую фразу. На карте три смешных картинки. Дергачи, Ершов, Озинки. Он имел в виду вот эту именно дорогу на Ершов, которая считается одной из самых страшных в области. Но мне самому более убитой дорогой показалась дорога из Ртищева в Аркадак. Честно говоря, после путешествия по Якутии я перестал думать, что где-то у нас в России есть плохие дороги. Там существует федеральная трасса Вилюй, федеральная трасса, на которой никогда не было асфальта и вряд ли когда-нибудь будет. И на легковой машине там просто нереально проехать, особенно после дождя, когда такая квашня образуется. Только на спецтехнике, на подготовленных джипах с лебедками люди ездят. А когда сухая погода, вся эта грязь бесформенно застывает, много пыли. Вот если машина впереди прошла, приходится несколько минут стоять, ждать, пока усядется пыль. Иначе такой туман, вообще ничего не видно. Зачем же вы добирались через эту дорогу, через эти ямы? Не часто же спецтехника останавливается подбирать. А вот там, на Дальнем Востоке, особенно в северной его части, редко машины проезжают мимо. Да? Там не принято. Даже если нет места, водитель остановится, спросит, чем помочь. Меня там подвозили мужики, которые сами впервые были на той дороге. Ехать надо было 1500 километров. И они не брали с собой еду. Думают, федеральная трасса, мы где-нибудь остановимся в кафешке покушать. Но на этой дороге настолько редко вообще населенные пункты встречаются. А если и встречаются, то такие, где не то что кафе, даже магазин трудно найти. Это якутские улусы, небольшие поселения. И вот мы впроголодь ехали. На вас как на еду не посмотрели? Надеюсь, что нет. А по поводу того, что к девушкам водители могут приставать, да, это распространенное мнение. Я сам раньше думал, что только к девушкам-автостопщицам водители пристают, но однажды ко мне начал приставать один водитель, еле убежал от него. Как вы объясняете человеку, зачем вам нужно добраться туда-то и в такой-то город? Водители видят, что человек с большим рюкзаком, конечно, интересуются, спрашивают, как давно путешествуешь, что видел интересного. Собственно, ради этого и берут, чтобы пообщаться в дороге. Вот вы побыли во многих республиках, да, нашей страны. Вы, может быть, выучили некоторые языки? Да, на самом деле, некоторые элементарные выражения пригождаются. Мне больше всего пригождается армянский язык, потому что армяне есть везде. Торговаться приходится, да? И порой, если постучаться
в армянское кафе и по-армянски попросить кипятка, то, как правило, посадят за стол, сразу начнут кормить. А можете сказать что-то на армянском? Баравдзес, Карелия Микич Ерадзджур. Здравствуйте, можно немного кипятка? Так, вроде бы у нас в студии нет, да, армян, я так понимаю, потому что кипятка никто не дал. Так, хорошо, продолжаем дальше. А вы скажите, по аналогии с женской сумочкой, что же у вас в рюкзаке? Ага. И сколько вот килограммов в нем? Мой рюкзак весит чуть больше 20 килограммов. В нем самые необходимые вещи, без которых трудно в дороге. Палатка, спальник, кое-что из теплых вещей, продуктов, всякие мелочи вроде зарядных устройств, металлическая литровая кружка для приготовления пищи, маленькая газовая плитка с баллоном, ну и другие вещи. А вот где вы заряжаете свое устройство? Вот вы очень много делаете фотографий, выкладываете и, ну, делитесь со своими друзьями, подписчиками. Когда вы успеваете заряжать и где? Я обращаюсь к Богу в специальной молитве и каким-то чудесным образом... Не врите! На самом деле я редко бываю где-то вдали от цивилизации, ночую чаще всего под крышей, где есть возможность подзарядить свои гаджеты, и проблем с этим особых не возникает. Обычно, когда я выезжаю из дома, я возвращаюсь туда только спустя месяцев 6-7, поэтому с собой необходимый запас теплых вещей есть. Но в каждом регионе я устраиваю себе небольшую перевалочную базу, где можно оставить часть вещей и в любой момент вернуться туда, что-то забрать. И вы собираетесь в Якутию за вещами назад вернуться? Такой вопрос тогда. В Якутии я ничего не оставлял. Неправильно сделали. Пока вот у меня перевалочная база в Саратове. Вам приходится затрачивать свои средства, и вы говорите, что в некоторых городах вы остаетесь на подработку, если вам понравится город. И вот какая самая необычная профессия, которой вам приходилось? Самая необычная профессия? Я столкнулся с ней, когда зарегистрировался на сайте мужской проституции. Что? Дело в том, что во многих городах, особенно в крупных, это довольно-таки востребовано. Дамы постарше приглашают молодых мужчин вместе провести время и щедро платят за это. Иногда я подрабатываю по строительству, иногда грузчиком. Берусь за любую работу, когда в этом есть необходимость и когда появляется возможность. С каждым городом я стараюсь познакомиться, что-то узнать о его истории, о его особенностях, о людях, которые с ним связаны, найти какую-то изюминку, которая отличает этот город от других. В этом мне помогает посещение краеведческого музея, других каких-то интересных мест. Порой кто-то из местных жителей помогает знакомиться с городом. Это очень ценная помощь для меня, чтобы не просто формально приехать в город и уехать из него, а понять, чем он живет, и отразить это в своем фотоотчете, который я опубликую в своем блоге. Иван, а тогда такой вопрос. А вы случайно не шпион? Хорошая шутечка, братан. На самом деле были предложения от американской разведки, но как истинный патриот я, конечно, отклонил их. И какой вот город вам больше всего запомнился? Многие города запоминаются и самыми разными вещами. Но вот из всех мест, которые я успел посетить за 4 с лишним года путешествий, больше всего впечатлила Камчатка. Не столько даже города, сколько вообще природа. Куда ни посмотришь, там медведи, вулканы. Вы с медведем в путешествии не встречались или... Встречался. На Камчатке там очень часто встречаются медведи. Порой они даже выходят в населенные пункты. Чтобы купить водки, да? И сыграть на гармошке. Когда мало пищи, когда нет рыбы в речках. Вот. Тем более, что на Камчатке я целый месяц работал волонтером в заповеднике. В отдаленной от цивилизации местности, куда можно попасть только на вертолете. И там ни дня не проходило, чтобы я не видел медведей. Не приходилось с ним драться? За малину? Медведи – животные неконфликтные. Они сами, как правило, избегают встреч с человеком.
И в заповеднике есть такое строгое правило: все остатки пищи, даже консервные банки, необходимо сжигать. Потому что у медведей очень острое обоняние, и они по запаху могут прийти к еде. Их ни в коем случае там не подкармливают. Для вас подготовлен очень интересный блиц-опрос. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего. Поехали. Холодное пиво или горячий чай? Горячий чай. КамАЗ или легковушка? Легковушка. Айфон или Android? Android. Саратов или Париж? Саратов, конечно. Отлично. Это, я думаю, что это аплодирует. Ролтон или доширак? Очень сложный вопрос задумался. Да, вот это я. Лучше холодное пиво. Отлично. Килька или сосиски? Килька. Также вопросы есть не только у нас, к нашему гостю, но а также и у нашего известного ведущего, профессионала по выживанию Евгена Живучего. Давайте посмотрим. Добрый день. С вами Евген Живучий со своей постоянной рубрикой. У меня вопрос к гостю. У нас есть огурец, молоко, хлеб и брюшко селедки. Что вы можете приготовить из данных ингредиентов, чтобы не остаться голодным? Удивляюсь, откуда этот человек знает, какой необходимый набор продуктов я беру с собой. Он знает все. Обычно из этих ингредиентов я ставлю брагу. Правильный ответ. Ни хрена. Лучше поесть чего-нибудь другого. Ну, вы вот поставили себе цель вот стать первым в мире человеком, посетившим все города России. Вы вот стойко будете следовать своей цели? Да, я настроен на это. Практически вся моя жизнь сосредоточена на этой цели. Даже когда я делаю перерывы и останавливаюсь в каком бы то ни было городе на несколько месяцев, я все равно занимаюсь подготовкой фотоматериалов, того, что накопилось в процессе путешествия. То есть каждый день моей жизни – это шаг на пути к достижению основной цели. Не ставите себе дедлайн, ну, когда все закончится, вот, временной период? По моим подсчетам, понадобится еще не меньше 4 лет, чтобы осуществить проект. Но с учетом труднодоступных и закрытых городов, возможно, этого времени не хватит. В общем, как пойдет. А может быть, бывал такой случай, что вы приходите и негде вот заночевать, и приходится ночевать на скамеечке? Конечно, в дороге бывает всякое. Например, вчера в Пугачеве я ночевал под дождем в палатке. Весь промок, сейчас вот сушу свои вещи. Да, на всякий случай. А позавчера в Марксе пришлось ночевать в заброшенной казарме, расформированной воинской части. Вот. Это случается не часто, но бывает. Бывает и такое. Самую мощную поддержку мне оказывает МЧС. В каждом регионе, благодаря им, я имею ночлег под крышей в пожарных частях. Однажды я чуть не утонул в горной речке в Магаданской области. Речка ничего особенного из себя не представляет. Там воды меньше, чем по колено. Но после дождей она сделалась такой бурной, полноводной. Нас понесло течением, когда мы начали ее переходить. Все, что было в карманах, документы, деньги, все унесло течением. Даже обувь с ног снесло, настолько вот сильный был поток. И уже в потемках, босиком, по каменистым сопкам, в страхе встретить медведей, там их много, пришлось бежать за помощью в ближайший поселок 7 километров. Вот. К счастью, все закончилось благополучно, но паспорта и денег своих накоплений на тот момент я лишился. А бывало такое, что, например, вас узнавали в дороге? Ну, я расскажу об одном из случаев. Это было на Сахалине, когда я пытался оттуда, с острова, уйти на материк на попутном судне. Меня пригласили на борт, уже выделили каюту, судно готовилось к отправлению, оставалось там каких-то несколько минут. Но тут старший помощник капитана пришел в каюту и говорит: «Капитан тебя узнал. Это ты в прошлом году ходил с нами по этому же маршруту и пытался повеситься в дороге. Нам, говорит, самоубийцы на борту не нужны. Пшел вон на берег».
И так я остался зимовать на Сахалине. Мое путешествие началось как раз с того, что злая ведьма заколдовала меня так, что я не смогу жениться, пока не посещу все города России. Она лишила меня мужской силы, потенции, и только посетив каждый город России, 1122 их в нашей стране, я смогу вернуть мужскую силу и жениться. Вот, собственно, с этой целью я и путешествую. Это трагедия всей моей жизни. Я вижу, что ты хочешь задать вот свой вот этот потаенный вопрос. Скажите, вот если вы влюбитесь, ваше путешествие прекратится? Я уже влюбился. Все, оставайтесь в молоко. На самом деле мы знаем о том, что вы коллекционируете нашивки. Вот, и от нашей передачи есть вам, да, лично от Леры, пожалуй, есть небольшой подарок. Я решила, что хочу вам сделать подарок своими руками, и вот сделала для вас вот такую небольшую нашивочку. Это наше шоу «Город Балаково», а наше шоу называется «1762», это день рождения города. Красота. Она... Думать сюда, она прям вам очень хорошо подойдет. Она займет да. место... Как раз есть название нашего города. Да. Вы коллекционируете название нашего Спасибо. Города. И еще мы также знаем то, что вы находитесь в длительных каких-то переездах. Конечно же, чтобы таких моментов не случилось, что не попадаете в населенных пунктов, и чтобы не ехать больше впроголодь, мы бы хотели вам подарить. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну что ж, я думаю, на этом мы завершим. Может быть, скажете какое-нибудь слово. Я сам из Камышина. Это не так далеко от Балакова. И нас в детстве, в школе все время пугали вашим городом. Они говорили, если в Балаково что-нибудь бабахнет, то обязательно накроет Камышин. И у меня всегда ассоциация была с Балаково, что это очень опасный, страшный город. Сегодня я убедился, что это не так. Спасибо вам большое. До скорых встреч.